Доброе всем до утра. Чуче, привет. Да. У нас сегодня прям на улице 27 градусов уже, представляете? Мои обход цветов. Эти зацветут скоро. В общем, пахнет этим, знаете, чем? Машина вот когда... У меня сейчас муж из... У нас гараж есть, кстати, нам принадлежит гараж. Но такой он дебильный. Оттуда, во-первых, заезд ужасный, место ужасное, все ужасное. Поэтому машину я туда никогда не загоняю, потому что мы... Хрен выйдешь оттуда, это просто невозможно. Вот сейчас муж вчера загнал свою машину на на место, и сейчас слышу, там выезжает, и пахнет не газ, не тормоз, а вот другой, другая педаль. Не помню, как она называется. Имбраги по-испански, а по-русски я не знаю, как она называется. Вот, и пахнет этим. И он такой, я ему сейчас звоню, говорю, выжил. Он такой, я больше туда никогда машину не поставлю. Мест не было, просто нужно время. Сейчас у нас все пусто, все парковочные места пустые. А когда вечером приезжаешь, то, естественно, все дома и все занято. Мое утро, знаете, с чего начинается? Мое утро начинается с того, что я взвешиваюсь каждый божий день. Не знаю, кому-то, может быть... Это непривычно или что там, не понимают, но я каждый божий день взвешиваюсь. Кстати, вот у меня весы всегда здесь стоят. И каждый божий день я думаю, что я поправилась. Хотя вроде бы, ну, я ничего такого вчера вроде не ела. Ну, кроме мороженого. Мороженое это у меня сладкое после обеда, и меня никто никогда не отберет, никогда в жизни. Вот, поэтому я все время, каждое утро... Стою и думаю, блин, я поправилась. Потом бац, нормально. Ничего не поправилось. Так что можно еще... Сейчас буду завтракать. Потому что я себе вчера же зефир купила. А, ну, семечки я щелкаю. Но мне вот этих семечек, например, хватит, знаете, на неделю. Здесь 250 грамм. На неделю вот мне их хватит. Может быть, даже на больше. У меня тоже горстка, в общем, вот такая вот горстка. Я беру семечек. Все под контролем. Знаете, иногда жизнь угнетает. Такая вот жизнь под контролем. Каждый день себя контролировать. Каждый день себя, можно даже сказать, в чем-то ущемлять. Потому что если я начну все же подряд жрать, то, естественно, это ни к чему хорошему не приведет. И вот каждый божий день это какой-то... Ну, я уже привыкла. Знаете, у меня завтрак, обед и вот после... Четырех уже все. Я не я ем черешню один раз и арбуз. Ну, еще могу какой-нибудь фрукт съесть. И все. В основном некоторые там, как ты не ужинаешь? Не ужинаю. Уже много. Не помню, когда я ужинала вообще. Не, ну, если какой-нибудь праздник только, знаете, такой вот ночной, который у нас скоро состоится, то могу полопать. А так не ужинаю. У каждого свой ритм, у каждого свой, как говорится, это жизненный поток. Вот у меня сегодня еще будут, смотрите, оказывается, там два пакетика, прикольненько. Я, знаете, что делала с этим? Взвешивала. Здесь написано, что здесь 120 грамм. Я вот этот пакетик взвесила, он действительно ровно 60 грамм, ну надо же. Вот, ладно, я буду... А я вчера еще купила это, кислоту, вот это вот. Чайник отчистить. Мне вообще уже нужен новый чайник. Потом с другой стороны сижу, думаю, да и этот еще пойдет. Кислоту, где она мне еще не достала. Время еще рано. Я как всегда, знаете, типа посплю долго, ага, потом глаза выпечу. И не спится. Либо на кислоту сейчас почищу чайник. Сначала, конечно, позавтракаю. Кстати, чтобы чайник кипел, не выключаясь, просто открываем крышку, и он кипит. И все, и не выключается. А если закрываем, то выключается. Видите? А если открываем... 7-7, а он пока кипит, не открывается. В общем, хорошенечко так надо прокипятить. Сегодня чувствуется, что будет жаркий денечек. На улице жарище, а время еще 10 нету. Прям жарко, на солнце невозможно стоять. Но, вы знаете, я когда говорю жарко,
Это я говорю только от радости, потому что я обожаю жаркую погоду. Я теплолюбивый человек, потому что когда жарко, вот 30, некоторые 30 градусов, о, какая жара, для меня это оптимальная температура, это замечательная температура. Ну, сейчас, наверное, больше, чем 30, а у нас там сзади облагораживают территорию, делают крышу, навес такой. Вот, для товарища алкашей. Потом у нас сейчас же открылись детские площадки. Вообще, вы знаете, я, наверное, не сказала, но мы вышли из карантина вчера. Все, у нас нет карантина. У нас мы были из стадо де аларма. Это чрезвычайное положение. Все, теперь у нас нет ни чрезвычайного положения, ни карантина, ничего нету. Но, тем не менее, в масках обязательно ходить, вот, соблюдать дистанцию обязательно. На пляже тоже есть свои нормы. Близко к воде, в 10 метрах нельзя находиться. Ну, в общем, дистанция. Постоянное мытье рук, маски. И вы знаете, я вчера думала, что самое безопасное место сейчас у нас — это магазины и супермаркеты. Почему? Потому что там все поголовно в масках. И 150 раз... за час нужно дезинфицировать руки. И мне кажется, что это самое безопасное место. Вот. Именно вот поэтому, что все абсолютно в масках. Потому что штрафуют. Штраф без маски 100 евро. Вот, поэтому... Ну, естественно, я, естественно, сейчас здесь без маски, но пойду сейчас в центр, и я всегда с собой беру маску гигиеническую. Пойду какашки убирать. Я погуляла, где-то там стреляют вдалеке, и Чарли вот так вот сам гуськом. Чарли, спирате! Идет домой. Хотя мы только вышли, но вот он успел свои дела сделать, и все. Он говорит, плевал я на твои походы, я пойду домой, видите, сам. Обычно его вот так надо звать, он где-то останавливается, а тут весь сгорбился, хвост под себя поджал, и гуськом домой. Такой смешной, да, у нас и ночью вчера что-то где-то эти салюты пускали. В общем, не знаю, даже пол первого, представляете? Далматинец, такая собачка, вон там хорошая. Не ходила, ну вот в Страдивариус зашла, что вам показала, потому что у меня сегодня на вечер кое-какие планы есть. Так, а зашла я в фруктовый магазин, овощной, фруктовый, в который я постоянно хожу, там марокканцы продают, вот, и они хорошо обслуживают, наверное, постоянная клиентка, вот, потому что вот, например, сейчас пока покупала, там привозили товар, и я, значит, у них спрашиваю, я у них всегда беру укроп.
Кстати, кто живет в Испании и думает, что укроп не продается, продается. Спрашивайте у, по крайней мере, у марокканцев всегда есть укроп. Он не лежит на витрине, потому что он вянет. И спрашивайте, и они вам достанут из холодильника. Проверено. В любой марокканский захожу, и везде есть. Так вот, пока ждала, пока он мне привезет укроп, стояла, думала, что бы мне поесть. Потом вспомнила, у меня есть кефир. У меня есть огурец экологический, который мне вчера Таня дала. Мне не хватает редиски и укропа. И у меня даже яйцо вареное есть, друзья. У меня все есть. Что намечается? Раз, два, три. Жду ваши комментарии. Но пока я их жду, я вам скажу. Окрошка! Как это? Антошка, Антошка, пойдем лопать окрошку. Ну вот как-то так. В общем, купила три... Это вот персика, это мужу будет, не будет. Он вообще к фруктам не очень относится. Ну, как бы, знаете, не любит. Яблоки ест, то какие-то непонятные. Вот бананы лопает. И вот персики. И то, знаете, я потом доедаю. Естественно, черешню, куда я без нее? Без черешни-то никуда. Взяла сливы, вот такие какие-то странные сливы, я такие никогда не видела. Написано, что наши матрейские, нашего города. Что за сливы такие маленькие, кругленькие, не знаю. И три инжирчика, он уже прям такой спелый, что он уже весь... Это вот у меня десерт будет сегодня такой. Хотя у меня и пломбиры, и палочки, и все есть, но вы знаете, что-то одно. Либо палочки кукурузные, что у меня в носу? Либо палочки кукурузные, либо мороженое, либо вот... Будем выбирать, короче, ладно. Тяжелый наш, это, как говорится, выбор. Редиску вот тоже только привезли прям при мне. Вот, и укроп, вот такой пучок. Я не знаю, что почем хоккей с мячом, но вот за это все отдала 11 евро. Нет, не за все, вот еще взяла вот такой перец и баклажан. На завтра кое-что буду готовить. Кстати, у нас завтра намечается фиеста. Но я ее, наверное, сниму одним... видео, так что если кто забыл подписаться, обязательно подписывайтесь. Я думаю, что будет интересно. Нет, мне 100% будет интересно. Вот, поэтому подписывайтесь, не ленитесь. Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится. Зашла в другой магазин, стевию купила. Мне вот это вот я покупала в другом магазине вот во время карантина, та не понравилась. А вот это прям классная стевия. Вот такой пакет. 40 грамм всего. Но надо же, 3,50 стоит. Ладно, сейчас буду окрошку кромсать. Какая идея замечательная. Окрошечка. Потому что, знаете, ничего не охота. Вот стою, перебираю. Вот что я хочу? Мясо не хочу. Рыбу не хочу. Вот что хочу? Не знаю. И потом такая, окрошечку, окрошечку. Очень вкусный выбор. Инжир не особо любила, но что-то, может, полюблю. В общем, я тут подумала, решила, что мы поедем в Велес-Малагу. Чарли, бамбу! Прошвырнулся, такая жара. Чарли с нами едет, потому что с мужем будет сидеть. Меня ждать. Он там тоже прошвырнется. Такая жара на улице, невыносимая. Ветер горячий прям вообще. Машине, наверное, там трындец капец. Надо хоть дверь открыть. Вообще, по идее, можно, надо было бы на пляж поехать. Но на пляж я, наверное, завтра поеду. Потому что... Ой, смотрим телек, там везде это... Вспышки этого вируса. Тут там, тут тут. Короче, везде вспышки. Не знаю. Прям даже страшно, знаете, становится. Первый день всего карантина, а уже то там, то сям. Не знаю, к чему все это приведет. Как говорится, мы же как эти, как бараны, мы же не слушаем ничего. Мы же все ничего не боимся. Мы смелые, пока нас петух в одно место не клюнет. Мы смелые, а потом плачем. Почему так получилось? Потому что не соблюдаем ни дистанцию, ни маски не надеваем, ни хрена ничего. Ладно, не будем о грустном, пойду прошвырнусь. В торговом центре прохладно, все в масках, никакого нет это.
как это называться-то? Я вообще не знаю, что. И смотрите, как платье развивается на ветру. Классно. Я приехала в торговый центр. Тут что-то все перестраивают, все переделывают. Ой, вообще все по-другому. Вообще все по-другому. Что сделается за 2 месяца? Там магазины Роски. Я хотела, в принципе, в Роски. Там Мак продается. Ну, наверное, везде продается, но это там я точно брала. Как-то все переделали. Что значит, 4 месяца здесь не была? Это Инхенио. Не доезжая Малаги. Ну, на полпути до Малаги. От нас. Совсем все пудрится, что какие-то вот эти вот сделали. Бункеры какие-то непонятные. Ой. Смотрите, какую крупу нашла. Вот здесь горох вот такой вот, как у нас, мы привыкли, нету. А вот тут, смотрите, здесь белая фасоль, фасоль красная, и горох, нут и авена этот, рожь или что там. А это вот с гречкой, представляете? Я взяла и другое попробовать на суп, вообще зашибись. Что-то я вот мак не могу найти. Мак был, где вот такие продукты с других стран. Но я что-то вот тут все переделали, не могу это найти. Где это все находится, я даже не знаю, может, в семечках вот тут где-нибудь. Хотя это находилось раньше, вот где были такой продукты с других стран. Китайские, например. Тут одни чипсы. В общем, буду искать дальше. Ну, это очень интересная смесь. В общем, кто ищет, тот найдет. Та-дам, друзья. 2 евро стоит. Вот мак сейчас возьму и буду добавлять. Там вот и пшено есть, кускус. В общем, все дела. Даже вот сушеные эти водоросли. Прикольно. В общем, возьму сейчас пакетик. Может быть, даже 2. Для хлебушка. В общем, погуляла, приехала домой, взяла вот эти 2 смеси. Не знаю завтра даже, что сварить. Наверное, вот это сварю. Вот, 2 мака. Вот такие щипчики себе. Давно хотела. У меня есть разные щипчики, но они какие-то все неудобные. И вот, думаю, может, вот эти вот удобные будут. Не знаю. У меня каких только нету разных. Но они все ими не пользуюсь. Не знаю. Ну, такой себе стаканчик взяла. Он бамбуковый. Чтобы чай пить холодный. Или горячий. В общем, какой буду, такой и буду. А еще я на завтра же мне нужно делать... Завтра же у нас праздник. Вот. И мне нужно... В общем, я вспомнила, что десерт-то нужно готовить сегодня. А какой вы узнаете завтра. Иначе вдруг девчонки посмотрят и узнают все. Хотя я не думаю, что они меня не смотрят. Вот так вот. Сегодня подруга Танюха такая показывает салат, который я ем уже давным-давно из этих вот, из водорослей. Говорит, смотрите, что я нашла в Меркадоне. Я говорю, здрасте, поздравляю, говорю. Говорю, вот если бы меня смотрела, знала бы, что он давно продается. В общем, да. И не знаю, что поесть. Точнее, знаю. Этот. Черешню сейчас поужинаю, скажем так. И десерт сготовлю на завтра, чтобы он остыл. А как иначе? Такая духота у нас вообще, вы не представляете. В машине-то хорошо, с кондером. Даже немного подзамерзла. А дома духотища. Ну, сейчас уже все, солнце уходит. А я завтра на пляж собралась такая. А у нас же праздник. Ой. Ну, посмотрим. Еще все лето впереди, сходим. Ладно. Я буду десерт делать, а с вами я буду прощаться, потому что я десерт, потом умоюсь и все, и буду отдыхать. И вот это, наверное, замочить надо как-то его или как. Надо все это изучать.
изучить надо все это. Завтра увидим, что у меня будет и что получится. Так что все, друзья, всего самого наилучшего. Всем пока. Встретимся с вами завтра. Пока.